С 27 по 28 сентября в Твери пройдет крупный форум для представителей IT-сферы. Его основной темой станут новейшие цифровые технологии и инновационные решения. Наша съемочная группа до старта мероприятия пообщалась с одним из участников. На IT-форуме Digital Days соберутся представители различных тверских предприятий. Они поделятся опытом реализации программ цифровизации. Одним из участников мероприятия станет руководитель компании дополненной реальности Dream VR. Его фирма занимается разработкой контента для виртуальной реальности. Мы разрабатываем развлекательный контент, игры. А помимо этого мы разрабатываем дополненную виртуальную реальность для бизнеса. Это может быть абсолютно разное программное обеспечение. Это может быть визуализация для архитектуры. Это может быть тренажер для пожарных или военных. Digital Days – это событие всероссийского масштаба, направленное на развитие сектора информационных технологий, вовлечение в работу представителей бизнеса. Предприятиям очень важно знать о том, любым предприятиям очень важно знать о том, какие новые технологии появляются, отслеживать их появление и быстро внедрять. И наша задача как раз-таки заключается в том, чтобы в рамках первого дня форума представители малого, среднего, крупного бизнеса пришли, увидели новые технологии в действии. В первый день форума будет работать несколько образовательных пространств. Одни из секций будут посвящены развитию бизнеса и использованию IT-технологий для повышения производительности труда. Госслужащие увидят, как сделать управление более эффективным. А на площадке «Новое IT-поколение» расскажут о том, какие навыки необходимо развивать, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Во второй день форума речь будет идти об искусственном интеллекте, блокчейне и машинном чтении. Также состоится фестиваль информационных технологий New IT. IT-фест. Вход на IT-форум свободный по адресу бизнес-центр Тверь, Смоленский, 29. Посетить его можно, зарегистрировавшись на сайтах digitaldays.ru, newitfest.ru.